Всем привет, продолжаем рассматривать картины Рембрандт Хармис ван Рейн, Давид и Иоаннафан, дерево масла. Некогда любивший Давида царь Саул, заподозрив юношу в стремлении захватить престол, задумал убить его. Узнав об этом, Давид пришел к царскому сыну Иоаннафану. Иоаннафан, не поверивший этому известию, обещал другу выпытать у отца правду. «Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это откроет уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. С печалью узнал Иоаннафан, что Давид был прав, и им нужно расстаться. Прощаясь, Иоаннафан сказал другу: «Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобой, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». Первая книга Царств. Ну вот так о картине «Давид и Иоаннафан» Рембрандт Хармис ван Рейн. По книге Буслович «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания.